Всем привет! С вами Фрост, Снейк и Марио. Здорово! Здорово! И это шумометр по алфавиту. За каждой буквой спрятано какое-то задание, которое нужно выполнить очень-очень тихо. Сумма децибелов будет записываться на этой доске, и по итогу всего алфавита самый шумный будет крайне жестко наказан. Давайте, кто первый? Кто первый будет выбирать букву алфавита? Всего 33 буквы. Каждому по 11. Да. Кто первый? Давайте. ЦУЕФА. Я последний получил. Ты последний. Давай, Марио, с тобой бой не будет у нас. Давай. ЦУЕФА. Гаденыш, а? Ты первую букву выбираешь. Да, он наизусть знает свою. Буква Д. Дернуть за веревку. Замер начинается, никаких звуков. Все, что ты произнесешь, будет зафиксировано на шумометре. Против тебя. Против тебя, естественно. К замеру на 3, 2, 1. Погнали. Слушай, я не знаю, ну, мне просто даже интересно, что, насколько будет шуметь из этого. Ну, давай по-быстрому проверим, что, насколько будет шуметь. Сейчас, подожди, надо собрать. Давай сюда. Мы хотим узнать, насколько Марио мог попасть капитально. Главное, помни, ты мог сделать еще шумнее. Мог сделать еще хуже. Ну что, настала моя очередь. Я даже не знаю, честно, какую выбрать букву. Буква. Мне кажется, первую букву алфавита брать опасно, потому что могли туда поставить самое шумное, что только возможно. Я не знаю, мне хочется взять букву Б. Вторую. Б. Б. Буква Б. Battle Flip Challenge. Я думаю, то, что я могу с этим ботл-флипом, что мне и Марио выйти легко. Бутылка об деревянный стол. Вы понимаете, как это шумно? Ребят, я буду стараться не выйти по итогам всех раундов за 1000, понимаете? Я заявляю, я постараюсь не выйти. Постараюсь не выйти за косарь за один раунд. Я готов. Начало замера. 3, 2, 1. Сто два и пять. Марио! 102 без вопроса, без вопроса, без ответ. 0,4 децибела. Отлично. Ну, две буквы уже есть. А что, если я возьму И? Вы что на И придумаете нам? Буква! Буква И! И рот. Что переводится как ложка корицы челлендж. Ему нужно съесть ложечку корицы. А, это вкуснятина, Марио. Название идеальное. Я думал, что можно и придумать. А говоришь, название ебаный рот. А тут ложка корицы, оказывается. Да? Я бы не назвал это сейвом, я бы так скажу, ребятки. Скажи, easy peasy lemon squeezy. Все. Че, ты готов к замеру уже? Давай. Я не знаю, что это шуметь, я столько прокашляюсь. Друзья, замер начнется через 3, 2. Мерзость, ебаная, 91,5. 91,5 децибел. Как так получилось, что шуметь так сильно? Ну, вот когда я ржать начал с того, что мне в рот сует микрофон. Ты мне под бутылку свою. Я запомнил эту хуйню. Марио, мы... У нас есть шанс сейчас с тобой нагнать его. Дать тебе водички. Да. Корица до сих пор в каждом зубе застряла. Я запломбировал все дырки, которые возможно были корицей. Марио, твой ход. Ваша буква. Буква... П. П. Хорошо, П. Буква П. Пенниборд. Нужно поднять свою доску без использования рук при помощи типичного трюка скейтбордистов. Марио, здорово. Ну как, сколько ты думаешь, децибел-то выйдет? Тихо, да? Он мягкий, пластиковый. 20 децибел максимум. Так, замеру. 3, 2, 1. Марио, ты молодец. 95,3. Ты круто справился с заданием. 95,3. Все, погнали. Мое задание следующее.
95,3. Ну, нормально, нормально, нормально. Леди и джентльмены, мы готовы представить вашему вниманию следующую букву. Я хочу сделать, знаешь, выбрать самую шумную букву, какую-нибудь Ж, либо З, вот такую звонкую. И ты думаешь, что там будет тихо, да? Я думаю, что там будет тихо. Я не знаю, несет ли это какой-то смысл, но я хочу выбрать Ж, железную дорогу. Буква. Буква Ж. Железное ведро флип челлендж. Ты уже осознал плачевные свои ситуации? Я, да? Не знаю, это будет дико громко. Я 150, 200, 400 себе морет, смеется за кадром. Ну ты готов? Я готов, у меня нету выбора другого. Ты точно готов? Я точно готов. Давай! Мы сейчас побьем рекорд. Можете, в принципе, даже, блядь, не останавливаться. Можете прямо сейчас поставить лайк. Да, кстати, и подписаться на этот Инстаграм прекрасный канал. Мой, кстати! Ну, а потом можно подписаться на прекрасные инстаграмы. Сто 17,2, как вот вишенка на торте в финале. 117 децибел! Мне кажется, это если заходишь закричать, это нужно так горланить, чтобы 117 выдавить. Извини. Мэрия! 117,2. Дамы и господа, я выбираю букву подписаться на мой игровой канал, потому что это буква И. Игровой канал Frost Games, где каждый день для вас выходит. Игры, так еще и стримы. Мы 2 стрима делали, ребятки, чтобы не пропускать, вы подписывайтесь, колокольчики, лайки и делитесь роликами. Для вас игровой контент льется рекой просто, ребятки, ссылочка в описании, да? Игровой канал. Игровой канал. Буква И. Ирландец. Пройтись с целым подносом рюмок туда-обратно. Ну что, ты готов к выполнению? Я готов к максимально тихого прохождения. Ирландец, а? Давайте. Что? Кому-то нужен шот. Замер начнется через 3, 2, 1. Семьдесят один и один. Я прям вообще плотно стелю ровненько, прям вообще так к соточке вообще не приближаюсь. Марио, твоя буква. Мотоцикл мне не нравится. Марио, буква, скажи, буква. Мотоцикл сказал не нравится, а буква, видимо, нормальная. Не нравится, а выбрал мотоцикл, ладно. Буква М. Мангал. Нужно разобрать мангал. Че, погоди, что надо? Тебе нужно разобрать мангал. Так, куда вот руки? Руки, а руки тихо, куда? Тихо, а тихо, руки тихо, куда? Тихо, тихо, тихо. Все, ты готов? Хороший результат. Хороший. Рыба где на... 101 навел нам шороху чистый. Знаешь, мы тут уже вспотели, пока он мангал этот разбирал. Снова моя очередь настала. Знаете что, логика с буквами, с этими ЖЗ, вообще работает, работает. Логика очень работает. Я просто Ж была железная. После того, как хотел, это самое, я думал, а есть ли мягкое что-то на букву Ж? Я не смог ничего придумать. Поэтому я отстраняюсь от всей этой логики и иду с самой первой буквы. Я выбираю букву. Буква А. Автомобиль. Нужно закрыть дверь машины. Представляю вашему вниманию самую незакрываемую дверь на джипе Grand Cherokee. Она плохо настроена, еще взломана, поэтому она тяжело получается, закрывается. Мне нужно будет ее сейчас закрыть. Тебе как нужно можно ее закрыть тише. Как можно тише. Хорошо. Только супер тихо, супер. Я сюда подкрадусь, с этой на стороны. На улице может быть посторонние шумы, но я постараюсь записать максимально объективно все. Ловим тишину.
Я огорчен. Надо было, чтобы там доводчики были. Вот так, нахуй! Самое тихое за сегодня! Смотри, какой собака. 76,7. Бандюга, а? Нормально, тихо получилось. Очень круто. Твоя очередь. А возьму-ка я букву Х. Буква Х. Холодная вода. Ну, у тебя просто обольют холодной водой. Я бы даже сказал, ледяной водой со льдом. Ну что, у нас обливание холодной водой. Покажи, там просто лед плавает, нахуй, посмотрите. Короче, мы сейчас замерим. Ты готов к этому вызову? Сейчас мы включим наш шумометр. Тихо, обливает он. Главное, тихо. Сейчас мы замерим все. Что, ты готов? Давай. Даем отсчет замеру. Красава, 84,7, молодец. Не холодно, блин, отдыхай. Это лучше, что я не взял. 84,7, я должна была быть тише. 84,7, я пока ни одной сотки не поймал. Ни одной соточки пока не было еще. Иу, что за буква, что за буква такая, что за анаконда, блядь. Давай букву Л, ледяная вода. А как тебе такое? Нравится тебе буква? А как тебе буква, а тебе буква В? Ведро. А как тебе буква В, ведро ледяной воды? А если прорубь? Пальцы, покажи букву, Марио. Ю. Ю, это Ю, да, есть. Буква Ю. Юркий алкаш. Нужно жонглировать бутылками. Держи. Давай вот сюда вставай, я буду тебя жонглировать. Я 97,6. Просто, я просто до конца, блядь. 97,6. Ну, я просто потом уже начал, типа. 97,6. Букв что-то много. Марио, жонглёр, да, что-то много. Букв много в алфавите, что-то слишком. Давай следующий. Смотри, следующую букву, которую я хочу выбрать. Я хочу выбрать букву С. Буква С. Сображ. Уж загуглишь, что такое сображе. Да придется открыть шампусик, мачете. Ты хочешь прямо здесь, что ли? Нет, не хочу. Я не хочу, чтобы ты здесь это делал. Так, все, ты готов? Да, я готов. Так. Довольно тихо, 104,6. Я думал, громче жахнешь. Это первый в мире сображ, который не использует битое стекло. 104. Снова за сотку. Нужно поменьше писать. Снова за сотку. 104,6. Давай, твоя очередь. Че ты тут улыбаешься здесь? Вот. Сейчас тоже получишь какую-нибудь подлянку. Я возьму мягкий знак. Буква «мягкий знак». Нужно сделать мягкий знак из шариков. Что-то как немягко вышло. Но он мягкий по сути-то, но он что-то, сука, потенциально очень громкий. Я в душе не представляю, как они сворачивают эти шарики, но я охуел, как он тяжело надувается. Это мой самый громкий показатель. 96, гребаный шарик, 96,7. Но я не вышел за сотку даже с таким байтом. Твоя очередь, какая буква? Ученик. Что за буква такая? Буква У. Узкая дырочка. Нужно попасть огромной железной гайкой в маленький стакан со снегом издалека.
112. Нормально. Ты попал в эту дырочку, Майя. Чемпион. Просто попал. 112. И 7. У нас новая соточка в команде. Какая это ваша буква? Так, я думаю, что в верхней графе слишком много букв оставшихся. Я не знаю, я выбираю букву Г. Буква Г. Газета. Нужно порвать газету. Чё, ты готов? Мне нужно будет порвать газету. Посмотри. Такое рвать. Ля какая. Деду понравилось. Кажешь, как комсомольский прав написывает. Дед вообще одобряет. Напополам рвать как-то неуважительно. Так, я готов? Я готов. Отсчет децибелов начинается. В конце добил немножечко. Располовинил, располовинил лободу! Так, ну это мы с Марио себе забираем, а это лицо можешь себе забрать. Нет, Марио, это тебе. 82. Чё-то маловато. Буква! Какая буква может быть потенциально интересной? Ну давай букву. О! О! Буква О! Огромный шар! Нужно лопнуть. Ебать, тут простыня какая-то. Я уберусь целиком. Шарик, блядь. Это пристыв Мары. Шарик, ё-моё. Ну-ка. Опа! Госбастер! Я начну замер! А, ну ты начинай! Ну, можно, в принципе, замерять. У него 2.5 метра диаметр. Он должен быть вот такого размера, когда он будет лопаться. Пока что он очень прям изи сейчас, у него такой размер, это прям хуй для него. Огромный. Кому? Юре? Ебать нахуй, блядь! Сука, я не ожидал! Ариня, ори, блядь, громче, у меня в ухе, блядь, зазвенело. Пиздуло как следует, Марио. Слушай, ну с почином тебя с первой. Первая сотка, ну тут не могло быть меньше. Сколько? 122 и 1. 2 и 1. Бери букву О2. Никогда. Никогда. Лучше, чем пешком кататься на велосипед. А, велосипед. Хорошо. Буква В. Ведро воды плюс лед. Нужно перелить воду со льдом из одного ведра в другое. Подожди, тихо. Куда ты такой оперативный? Подожди, мы не начали еще.
Громче не стало, 97,4. В сотку влез, а? Залетел. Ах, он убрался, потом всю нахуй. Буквы-то заканчиваются. Слушай, ну я сейчас выбираю букву. Давай возьму чемодан. Буква Ч. Чипсы открыть гири. Welcome! Чипсы с гири, ты же понимаешь? Это больше, чем твой шар сейчас будет. Ты готов? Ну что? Так, я на гирю, подвинул на середину. Три, два. Сто два и семь. Шумно! Вкусно! Вкусно! Так, соточка. Это хорошо, соточку мы любим. 102,7. Буква! Я возьму насос. Я уже отработал с насосом. Проверю, что на настоящем насосе находится. Буква! Буква Н. Не смейся, челлендж. Тебе показывают смешной ролик в течение одной минуты, и ты не должен смеяться. Я готов. Ну что, друзья, у нас получается этот челлендж будет на не смеяться челлендж. Не попробуй не засмейся, не издай звуки целую одну минуту. Хорошо, я вижу, ты готов. Мы, получается, включаем видео и нажимаем отсчет. Все? Это я сказал громко. Сколько там было до того, как я сказал? Потенциал порвать был только у одного ролика. Ну вот, на 95. Да, конечно. Новый рекорд у нас. 51,1. Вот так вот. У меня рекорд самый огромный и самый маленький вообще. Бью планки. Какая буква, Марио? Четко. Че? Че. А, нет, уже. Эль. Буква Л. Лист пенопласта. Нужно его разрезать. Ты готов? Это похоже, как ты снимаешь. АСМР, блядь. 102,2. Ты мой чипс. Так, ладно. Если выбираю я хочу выбрать букву Е. Е. Буква Е. Ешь сельдерей. Вы знаете, какая-то ядерная штука? Я обожаю вообще сельдерей. Если умрешь, ну, пушка, один куст целиковый такой. Вы все. Знаете, что такое засекаю сельдерей? Засекаю децибелы через 3, 2. Ладно, 97. Лютая штука. Давай, следующая буква. Я думаю, надо взять ЩЕ. Каждая буква ЩЕ. Буква ЩЕ. Щекотка. Щекотильный аппарат готов. Ну и самое жесткое, давай, это по ребрам, так, конечно. Да? Читается? Ты же мне в рот на... Почти засунул шумометр, блядь, когда так я кусал. Так тут щекотка, а не шум, блядь, мотора. Как? А? У тебя коленки так подлетать будут от смеха. Все, готово? Давай, я тебе сейчас покажу. А зачем? А я не это, я не соглашался. Это Марио, покажи. Не себе. Ну ты просто попробуй. Давай. Сколько там? 69,3. 69,3. Охренеть, Марио, это ты. Сам последний буквы, давай буквы Я. С
самую последнюю букву убираешь. Я! Буква Я. Яблочный разрушитель. Нужно сломать яблоко руками. Если знай, что когда ты... Это силы добавляет, кстати. Ты готов? Давай, готов. Я думаю, сейчас... Что-то тупо сейф просто. Это яблоко, это не банан. Золотые слова. 67,2. Надо было... С криком надо было. Что это? Как это? Я выбираю. Слушайте, ну, я не знаю. Здесь очень много всяких заданий еще осталось. Я почему-то хочу выбрать букву К. Буква К. Выпить стакан колы и не рыгать целую минуту. Вы готовы, дети? Это что за цифры такие? Я, блядь, еле продержался. Ты че, с***ки? Было 50, они, блядь, насмеялись на 70. Совсем охуели. Я смешно пью, блядь, у вас. Получите на... Задержка в минуту, блядь. Это ты не знал, что нас так рассмешил. Да чем, блядь? Пил колу! Сейчас буду... Как вам, блядь, рыгать нахуй? Блядь, он вроде пока пил, держался, там было 53 или 56, ну, по-моему. Ну, не рыгнул. Я вот, я считаю, что нужно по-моему, записать. Дальше как-то мне мои уже... децибелы, а не ваши, блядь, ладошку, блядь. Ну, надо посмотреть конкретно на фотоаппарате, когда я пил, с какие-то были децибелы. 53,2 там было. Эу, что за буква такая? Буква... Буква Э. Электрошокер. Ты готов? Блять, там было 40 с чем-то. Я рекорд свой записываю. Самый тихий, это скотина, а? Кто убирает? Я уже забыл. Марио. Марио, давай, убирай. Погнали за рулем, е... Давай, погнали на такси. Такси? Такси. Буква Т! Буква Т. Трудовик. Нужно отпилить один брусок. Так, куда? Куда, Марио? Со своего места давай. Сейчас, давай, иди сюда. Со своего, Марио. Ты все время так, блядь, форсируешь, Марио? Почему ты сам бил сейчас, бил 48? Ты и пили. Никогда не будет. Просто пей. Громче уже не будет. Thank you.
Короче, я принуден на этом остановиться, пока Марио себе руку не отпилил. 95,9 оставил. Да, вот техсход, причину за... Ты зачем так пилил медленно? Мы умрем со старости здесь. Не, я думаю, что за это продукт, это материал. Почему ты, так не на всем амплитуду пилил, я не пойму. Марио, если тебе понравилось, позовем еще. Кто? Ты! Я выбираю букву, все, можно, твоя, да? Твоя буква, выбирай. Давайте я выберу букву R. Буква R. Рандом. Тебе нужно выбрать одну цифру, под которой будет спрятано что-то шумное. Итак, господа, мы видим цифры, которым соответствуют определенные электрические приборы. Снэйк сейчас не видит и не знает, где какая цифра под чем находится. Но я ему сообщаю, что цифра 2, 7 и 8 в его распоряжении. 2, 7 и 8. Ой, я выбираю... 8. Хороший выбор. Воздуходовка! До двойки было, ваше упоёт! Сам ты решили помочь. Я включу, включу. Самую громкую хуйню взял. Серьезно? Я думал, пылесос громче. Серьезно? Я уверен, был пылесос настолько шумный, вот это... Это больше пылесос. 101 и 2. Let's go! Марио, все, яблоко же... Let's go! Вот этот ряд я один закрываю. Мне никто, блядь, не помогает, вы понимаете? Никто не помогает закрывать этот гребаный ряд. Какую ты букву хочешь взять? С. Буква С. Циркач. Встать с пола с бутылкой на голове. Семьдесят и два. Марио, ты следующий. Давай, давай, давай. Давай, твоя буква, Марио. Фараи, обез, и так далее. Давай, затор. Буква. Твердый знак. Затор. З. Буква З. Забить гвоздь. Так, куда ты гонишь-то? Марио, блядь, не форсируй нахуй. До 15,9. Мужик. Совчик. Показал там гвоздю. Столяр! Убийца! 115,9. Ты убийца просто. Короче, знаете чё? Я хочу взять одинокую букву наверху. Букву Йо. Букву Йо. Буква Йо. Ёкарный бабай. Воссоздать ситуацию, когда ты сидишь на уроке, тебе звонит телефон. Это называется ёкарный бабай. Тупо три шестерки. И... Ну, это когда тебе на уроке звонит, такой ёкарный бабай! Ёкарный бабай! И сжимаешь быстрее все эти динамики. Марио, я, походу, приближаюсь к пониманию, кто пиздец. Так, мои очки рентгена подсказывают мне, что F... Ну, давайте оставим последнюю букву, как бы я и так две закрыл здесь, если говорят. Да-да, остальным поделим. Я беру букву F. Буква F. Футболист. Нужно зачеканить 10 раз. Ну что, дорогие друзья, 10 раз это получается челлендж Мбаппе. 10 раз. Как
там у меня? 98-1. Я так хорошо шел. Финальные три буквы. Последние 30 уже позади. Марио, твой выбор. Какая буква? Ч. Что за буква такая? Буква Ш. Шустрый ниндзя. Ты будешь играть с любым соперником в Дженгу XXL. Если выиграешь, то тебе засчитается базовый уровень тишины. Если проиграешь, то зачислится тебе полный шум, что нашумит Дженга. Господа, представим вашему вниманию огромную Дженгу XXL. Мы пару раз играли в нее, и ссылочка на нее, возможно, есть в комментариях. Столяров в нее развалил. Погнали, друзья. Нормально ты под конец себе мальчик украсил, 114 и ОС-7. Какова ваша буква? Я возьму букву И. Буква И. Марио, знаешь, что это? Ты знаешь, что это, Марио? А что, ты будешь играть? Ты знаешь, что? Он сейчас будет играть, да. Ты знаешь, что это? Готов там сыграть песню? Как это вообще называется? Тухусейп какой-то. Гуччи Гэнг, Гуччи Гэнг. Это Гуччи Гэнг. Ой, ребятушки, а у нас, оказывается, сели петли, и никто этого не заметил. Мы продолжили снимать дальше, абсолютно вообще без какого-либо звука. Поэтому я сейчас кратенько перескажу, что здесь происходило. Стас, значит, берет, выбирает букву «ы», а там, значит, «ых». Дальше наслаждаемся его прекрасной игрой на «ыхе». Он набирает 68,9 децибела. Мы показываем ему, как нужно правильно играть на «ыхе». Нормально, нормально. И я, и Марио, и как надо шуметь. Уметь на ухе, нормально, тоже показываем ему. Я мужественно забираю последнюю букву, и нужно разрушить твердый знак из кирпича. Я его нещадно просто начинаю разбирать, и мне уже, в принципе, без разницы на децибел, потому что я все равно победил, и я уже как бы это хочу сделать это эпично, и набираю 103,8 децибела при разрушении твердого знака. А теперь время подсчитать результаты. За все раунды я набрал 902,1 децибела. Марио набрал 1101,3 децибела. А Снейк заработал 964,5 децибела за все раунды. Победитель очевиден, проигравший тоже очевиден. Время исполнить наказание. А сейчас нас спас Марио, потому что он решил записать финал своего наказания на свой мобильничек, и там нас будет ждать звук. Ой,
аспекты желтые, оказывается, в этих очках все желтое, смотри-ка. Ай, его глисты потом замучили. Короче, господа, у нас сегодня наказание, снежный торт в лицо, но мы рассчитывали, что Марио не проиграет и нас не забанят за это наказание, поэтому Марио сам накажет себя, я не знаю, как нам поступить в такой ситуации. Ну, кстати, я ни разу не пробовал такой торт, поэтому я специально выиграл. Давай. Ну все, ребятушки, любишь звук, люби и микрофоны заряжать. А у нас кончилась запись телефона, где был звук. Поэтому продолжаем лепить снег, подписываемся на прекрасных молодых людей справа и слева от меня. Инстаграмы будут в описании. Если это еще актуально отставлять, то они будут в описании. А там, не знаю, как контакты, как Аську оставлю их. Что-нибудь оставим на молодых людей. Подписываемся на оставшиеся мои соцсети. Там, я не знаю, что осталось. Все, что осталось, есть в описании, ребятки. А на этом как бы лайк, комментарий, делимся роликом с друзьями, нажимаем колокольчик, удачи вам и пока-пока.